В Верхневолжье в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 390 километров региональных и межмуниципальных автодорог. В этом году работа продолжится. По плану закатать в новый асфальт еще 243 километра в ряде муниципалитетов. Без внимания не останутся мосты и сельские дороги. Развитая дорожная сеть повысит туристическую привлекательность региона и сделает комфортным передвижение жителей Тверской области. Тему продолжит наш корреспондент. В 2022 году в регионе благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в новый асфальт закатали 390 километров региональных и межмуниципальных дорог. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим годом. Глава региона считает качественные дороги одним из важных факторов создания комфортных условий для проживания и повышения инвестиционной и туристической привлекательности территорий. Отметили улучшение состояния дорожной сети и жители региона. Дороги лучше. По сравнению, как я раньше вот водителем всю жизнь работал. Сейчас дороги лучше. Ну, мы вот сейчас живем в поселок Химинститута, да, тоже Тверь. Там вот сделали хорошую дорогу, до туда можно доехать. Ну, достаточно развита инфраструктура. То есть, на самом деле, улучшается ситуация. Получше, чем в моем детстве, по крайней мере. В Заводском районе. То есть, там лучше стала дорога. Хорошие дороги увеличат турпоток? Ну, конечно, автобусы будут больше ездить сюда, и люди будут больше приезжать сюда к нам. В 2023-м масштабный ремонт продолжится. Работы будут проходить в том числе на объектах, контракты в отношении которых были заключены в предыдущие годы. А еще ремонта ждут 30 объектов общей протяженностью 243 километра и 7 мостов. Это 480 погонных метров асфальта. Кстати говоря, самой туристической признана автодорога Торжок-Осташков. Это ключевой маршрут к озеру Селигер, истоку Волги. В прошлом году в порядок привели 32 километра дороги. Полностью ремонт закончился в этом году. В 2022 году Тверскую область посетили 2,5 миллиона туристов. Нужно отметить, что это число практически в два раза больше, чем в 2016 году. А в общей сложности за эти 6 лет в Тверской области побывали 9,5 миллионов туристов. В первую очередь поспособствовали увеличению турпотока, развитая инфраструктура, которая с каждым годом улучшается, а также, отмечают иногородние граждане, это улучшение качества дорог Тверской области. Ключевое внимание – качеству работ, чтобы приведенные в порядок дороги долго не требовали повторных ремонтов. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что современные дороги создают прочную основу для роста в экономике, успешного решения задач в социальной сфере и повышения темпов развития всей страны. Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети Верхневолжья. Кроме того, внимание уделяется и сельским дорогам. В прошлом году в рамках ремонта дорог местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования, были отремонтированы подъезды к ряду деревень. В этом году работы также продолжатся. На заседании правительства утвержден перечень дорог. Это 11 объектов общей протяженностью 26,3 километра в 7 муниципалитетах. Так, в общей сложности с 2016 года в Верхневолжье отремонтировано более 900 километров дорог местного значения. А в планах на 2023-2027 годы еще более 600 километров местных дорог.